начинаем вышибалу. Всем привет. Вышибала 6 уровня. Как просили, начинаю снимать со звуком. Вот, сейчас посмотрим, что у нас получится. Если не получится, не кидайте меня вонючими тапками. Вот, вон, еще внизу есть. Так, кто у нас в игре сейчас еще? Так, никого интересного. Можешь подумать, если заметил. Ну ладно, едем дальше. Так, что тут у нас? А там сейчас слева спавнил. Хорошо, трактор. Не, спасибо. Слишком заманчивое предложение, но я боюсь пропустить. Так, ну там. Тоже зеленка или нет? Так, тоже зеленка. Так, у нас еще спавн. Вверху есть. Вверху есть. А, там еще тоже, походу, спавн. Ну да, надо глянуть. Так, здесь. Здесь что? Здесь у нас что? Собак. Братик младший. Погнали дальше. Вот он еще один. Так, ни одного человека нет. Что за фигня? Где человеки? Непонятно. Прятаются. Понятно. ГТР. Не тот. Восьмой было бы здорово, а этот, ну, ну, есть. Так, Great Skill. Едем, едем. Так, где все, блин? Ну-ка, появляйтесь быстро. Ну-ка, где все есть? О, о, так, стоит. Ага. Поехали. Таргет эквайт. Едем, убиваем пеньки и прочее. Быстрее. Вот этот Субару 6 уровня, она, блядь, как в метро. Нихуя не едет, блядь. О. Please ignore me. Не, братан. Не буду игнорировать. Блин, надо кнопки переделать. На гудке стоит этот лево-право, и это постоянно прожимается. В пятерке такой херни нет, а тут и есть, блин. И не могу вызвать, если прямо, чувак. Так, раптор мы не берем. Ну какие мы привередливые. Разбирается в сортах говна. Поехали. Так. Поехали, поехали. Так, на ту сторону реки, походу. Да, на ту сторону. Прям сразу туда. Сейчас посмотрим, еще что здесь. За зеленая какуля лежит. А, не, Гольф, хорошая машина, кстати. На ней много было побед у меня. Красивых. Это можно посмотреть в роликах, которые по четвертой части маленькие против больших. Не помню, когда я их записывал, но очень давно уже. Ну, там есть, конечно, посмотреть, по крайней мере. Ну, пока этого ничего нет. А, он, чувак только сейчас додумался, что можно ехать по этому. Сразу напрямки. Но это его роковая ошибка. Так, справа там кто-то есть еще. Справа, я так понимаю, что уже нет смысла гонять, потому что, тем более, там еще баг. Если там поехать, то, как забыл, как называется, там место, где этот давно не играл. Вот. Все-таки поехать, не знаю. Так, это чувак, который наш, да. Панамера, отличная машина. Я в свое время на жучке, жучку, вернее, проиграл на нем. Потому что на боку полетел. Метров 400 и все. И меня откинуло очень-очень далеко назад. Так, ну зона, я так понимаю, где-то здесь будет. Финальная. Круг схождения. Вот так, справа. Откуда начинал гонку с этим, с Близогнорми. О, так, ага. Вижу, вижу. Есть кто-то? Так, пока не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу, не вижу. А, вон маленькая точка едет, это жучок. Блин, это миник. Жучок это в другой истории. По другим правилам. По правилам мексиканского боя. Ну, это трестлинг мексиканский. То есть и порево. Так, а, ну, блин. Ты не успеешь, не успеешь.
Не успеешь, фахитос. Давай, погнали. О, Алекс. Скалекс. Ну, Скалекс. Давай, разворачиваемся. Сейчас вы... Этот Алекс. Алёшка. Алёшка, давай. Позабыли про тебя. Так, да, сори, сори. Извинямба. Так, слева. А, ну это этот был. Чемила. Гелин. Так. Там тоже двое. Этот куда-то поехал, хер пойми, что там решил найти, блин. Лошадка, блин. Ёжик. Эх, ти-ти-ти-ти-ти. Нормально, поймали. Уровень. Уровень. Поймали. Так, что там? Сурис Пейдж. Ну. О, Сейбтус. Сейбертус выиграл. А чё он взял? А чё он взял? А чё мы взяли? А чё он взял? Кроме, спасибо. Так, у него говна кусок, я понял. У нас FF такой же кусок говна, но чуть быстрее. С максималкой. О, блин, что-то так цепляется за дорогу, хорошо. Блин, погнали. Погнали. Блин, ну что-то лучше стало ездить, такое ощущение. Не так это и пидорасит по дороге, не шлифует. Нормально, нормально. Так, ну здесь все по дороге, короче, потом там налево, я так понимаю. Свернуть. На аппендиксе надо будет. Газик сбрасываем. Ага, погнали. Так. Ой-ти-ти-ти. Так, Субарик, не надо меня. Где это? Подкалывать. О, как хорошо. Так, опа-опа. Это. Умри, ну сейчас. Такое там было. Только он по крыше не ездил. Джеймс Бонд хуев. Так, опа, Субарик. Подожди меня. Так, жучок тебе не нужен. Я тебя программирую, тебе жучок не нужен. Да, врезайся в стену. Я тебя сейчас подопну. Ага, подожди меня. Так, Судьи в Спейс тоже уровень получил. Так, что у нас? Это у нас офигенный уровень. Ламборгини. Так, ну чё, погнали. Ага. Все, доктор Махамад. Да. Трансплантолог, блин. Так, ну эта девятка может любой десятки дать. Прикурить. Так, притормозим. Дерево? Дерево. Мне нравится. Отлично. Так, дальше дорога. Дальше просто дорога. Это все здесь стоит, что это такое, блин? А, это уже Урал стоит, понятно, интересно, интересно развивается событие. Интересно развитие собираются, забываются. Так, я что-то на дорогу слежу, слова заплетаются с буквами. Так, ага. Ну все, десяточка, дайте, пожалуйста, Бугатти, Бугатти, пожалуйста, дайте, очень хочется. Доктор Мухаммад, до свидули. Спасибо большое. Бугатти. Сейчас будем набирать скорость. В атаку. В атаку! Так. Что тут? Где жертвы? Жертвы понедельника. Так, там что у нас? Ледоков. Рыбаки. Рыбаки. Ну, рыбаки у нас в гонке. На льду. Да, еще один рыбак на льдине, отколовшийся. Ну, МЧС к тебе едет уже, выехали за тобой. Сейчас будем тебя спасать. Да. Так, ну давай. Ну, Субару, конечно, молодец, но Бугатти все-таки догонишь шестую Субару. Да. Так, по тормозам. Ага. До свидания, мой ласковый мишка. Он классный этот пируэт на льду сделал. Ну 6-0 ему там за артистизм, за всю фигню. Бля, это опять все равно здесь стоит. Что за прикол, блядь? Как в этом. Какое-то комичное кино. Немое. Все равно стоит. О, сколько здесь стоит уже? Надо его сейчас это. Того.
Показать ему дорогу правильно. Что здесь вообще гонка, а не... Ай, дерево. Ай, молодец. Так, я надеюсь, это последнее дерево. Так, кто там вроде был похеру. Так. Что же нам дадут? Что же нам дадут? Что же я не возьму следующей машины? Что же нам дадут? Карда мышь. Ой, не, спасибо, я лучше дрифтанул всех. Опа, вот так вот, оп. Зачет, погнали. Такое я не беру, потому что она скользкая, я не знаю, кто-то говорит, что она классная, но мне она не нравится, мне лучше на Бугатти ездить. Так, дядя, так, ты охотник. Охотник, но ты же не знаешь, что ты уже жертва. Оп, леопард готовится к прыжку. Оп, готов. Леопард нынче пьяный. Отлично. Так, ага, назад. Деревья. Надеюсь, это последнее дерево. Блин. И забыл, что здесь маленькие тонкие деревья тоже непробиваемые. Блять. Так, не опережай меня, пожалуйста. Ты должен проиграть. Так, ага. Спасибо. Ты же жертва, поэтому ты должен проиграть. Sacrifice, блин. На развороте. Сейчас посмотрим, что там еще. My Lord of. MT Lord. Lord of. Такси. Ага. Один. Этот убрали. Так, кто там? А, вот. Кто это такой красивый стоит? Кто это такой хороший? Розовенький такой, поросеночек. А, это еще один урус. Урус, поехали, покатаемся. Иван Макгрегор. А, налево нам, я понял. Так. Так, ну чувак думает, что он уже в этот финал. Типа я врежусь не доеду, но он меня недооценивает, я так понимаю. А я таки доеду. Доеду ведь? Доехал ведь. Так, ну... Что же нам надо за новую машину? Ладно, хватит, стоит скипаться. Не буду это брать. Уху. Так, 4 персонажа осталось в игре. Я так понимаю, они из себя ничего не представляют. Так, те двое непонятно. А, они в гонке. Ай, блин, да что ж такое? Уже 6-е дерево за сегодня. Я почти дровосек. Так, а чего тут такое красивое? Фокус. Справа непонятно что. Моторхед. Моторхед хорошая группа. Так, это две пятерки, а тот... О, ладно, честно. Жигунка. На взлет. Так, это у нас... Это у нас город. Это у нас город. Золотой. Бля, нет! Блин, ну, такое тоже бывает. Поехали налево, напрямки. Возьмем, объедем этот, как он называется. Забыл, как он называется. Ну, пока едем. Ух, как хорошо, чуть не черканул. Опа, а вот так вот, ага, оп, ручничок, помог. Ручничок-боровичок. Депо вагонное, я забыл, как это называется, вот. Вспомнил. Так, тормозик, газулика. Мне кажется, это лучшая машина, лучше, чем AMG-1. Она и держит дорогу хорошо, и прет гораздо быстрее, чем этот AMG-1. 430 хреначит, блин. Так, тут можно не сбрасывать, а тут чуть-чуть тормозим. И теперь полную тормозим катушку. Так, все, газулечка. Поперла. Все, открылась закрылка, это значит все. Это взлет. Без падений. Так, тормозить, только надо, только тормозим. Отлично. Все. You have eliminated. Отлично. Так, ну и что у нас там по вавилончикам? 21 игрок. 21. Так. А выбито 7. Отлично, 1/3. Так, следующая игра. Стартуем.
Что там у нас? Что тут у нас? Что тут у нас? О, Ягуар. Нет, спасибо, не хочу. Спасибо, не хочу, если сами. Не обляпайтесь. Так, ну попробуем удачно спрыгнуть с горы. У меня это почти получилось. Один прыжок. Вот и все. Ой, чуть-чуть, хи-хи. Нормально ловим. Так, что тут? ГСР, хорошо, справа тоже спаун есть, отлично. Надо быстрее ехать. Воткнулся прям в эту, сейчас не разгонюсь. Да ё-моё. Сейчас, наверное, не успею к тому спавну, блин. Ой, блин. Так, пока быстрее-быстрее, там нет спавна. Кеннет хороший игрок, я смотрю. Да, походу. Походу, отсосабилити будет сейчас. Ну давай, 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 давай. Ну давай, давай. Не получается. Да, походу, блядь, надо тормозить уже. Не успеваю. Да. Так. Sam will else beat you to it. Так, ладно. Так, что там? Синяя или зеленая? Синяя или зеленая? Может, фиолетовая? Вольво. Хорошая Вольво, но... Так, погнали от него убегать. Пускай за мной побегает. Ага. Пока не в зоне, но как бы можно. Себе позволит покататься пока. Так, что там справа? Ничего. Там вот две точки. Ну-ка. Ой, отлично. Так. О, Раптор, поехали кататься. Нил Геймс. Гомес. Ну не Гомес. Давай. Ну не Гомес. Португалец. Португалец. Так, здесь нужно в дорогу выехать сейчас. Тут проехать вот идут лесочки и три деревца. И выехать в дорогу. И все будет опупетительно. Вот тут вот прям. Пидупидупидительно. Ну тут все прямая, практически унылая гонка получается. С финишем где-то возле речки этой. Говнотечки. Где дамба. Срежем. Пожалуй. Не видать даже его. Так. Дайте, пожалуйста, красненькую машинку. Ну, пожалуйста. Мне нужна красненькая машинка. Красненькую, пожалуйста. Беленькую не надо. Дайте красненькую. Спасибо. Т6. Так ты знал, блин, это говно надо. Оно, конечно, классное, но на длинное расстояние. О, стоять, стоять, стоять. Кто ты такой? Подожди, пожалуйста, братишка, подожди. Ага, спасибо. Спасибо. Услышал мои... возгласы. Ой, Андрей. Привет, Андрей. Зачем ты приехал ко мне? И побеги от меня скорей. Так, ну, это, в принципе, несложная гонка будет. Хотя, учитывая эту машину, может быть и сложно. Хотя у него тоже скорость максималка у него 240. Бля, он не отстает вообще. Это ведро должно быстро набирать. 206, где максималка, 206. Это такое же говно, только 5 уровня, как МГ. Ну блин, ну это пипец, конечно. Она просто не отстает от меня. То по дороге поедем. Заманим его в педоловушку. Или в гомокапкан, я не знаю, сейчас посмотрим, куда он попадет. Поедем вот сразу налево. Налево, там сейчас тоже ручеек будет. Речка, говнотечка. И сейчас мы там прыгнем через нее. Попробуем выскочить на ту сторону. Ой-ой. Ой-ой. Чуть, ух ты, чуть сам не попал в эту ловушку, блин. Но я вроде справился с этим делом. А он дерево поймал. Ха-ха. Бывает. Так, ну что, тут деревья стал сбивать и 800 метров до финиша. Warrior все еще в игре. О, боец. Glary Boy, 6 уровень. Ой.
Роман Брабус. Серьезный мужчина. Андрей, все, мы узнали тебя поскорей. Так, Porsche Cayenne, хорошо. А тут что у нас едет справа? Блин, наш был остановиться прямо возле дерева, а? Чудо, блин. Ох, ни хрена себе, он прет. Так, догонять, быстренько догонять. Хотя мы сзади поехали. Да похер, поеду, что я увижу. Там возле. Кататься. Блин, прет охренеть, ну как быстро. Понятно. Он это тоже не берет. Видимо, у него уровень очень такой достойный. Не меньше пятого. Если так прет. Игрок, кстати, может быть нормально, потому что что-то слишком хорошо едет. Так, а, это Ford Focus. Охренеть. Допустим. Допустим. И такое ощущение, что он меня кружит. Хотя нет, там спавн видит. Там спавн есть. И спавн, ну. Мне кажется, это участь. Участь ему не поможет. Я все равно его догоню. Краун Виктория. Королева Виктория. Ладно. Ой, дерево. Ага. Нет, нет, нет. Я не хочу деревья. Так, тормозим, 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 тормозим. Скоро сбрасываем. Ну, нам направо. Вернись направо. 200 метров и заедет прямо. Так. Так, S2. Сейчас так. О, дерево поймал. Ой, какой хороший. А это Кеннет был. А, он меня подловил, походу. Это хороший игрок. Блин, ну да, подловил. Так, 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 так. Бля, бля, мост. Серега, привет, мост. Здесь тоже такой мост есть. Передаю тебе привет. Я про него совсем забыл тоже. Так, ну тут он справа меня уже обходит. Я лошара, получается. Так, ну я сейчас возьму тактику гиены. То есть я пойду за ним. И буду ждать, пока он будет все эти сшибать. Заборчики. Так. И все равно машина быстрее. Так, а что за спам? Что за спам? Так, посмотрим. Говна, понятно. Так, первый разгон пошел. Ага, еще тормозимся. Так, сейчас мы его будем качать. Подень поближе. Знаки сбивает. Так, сейчас он налево щит возьмем. Налево. А сейчас направо резко. Оп. Ага. А уже не успел. А уже не успел. Ай-ай. Ай, Саундхендж. Ёпарасатай. Так, нам в ворота надо попасть. Отлично. Тормозим, тормозим, тормозим. Бомба. Бомба. Кеннет пошел пересаживаться на миника. Хороший игрок. Так, сфоткаем его, чтоб был. Так, седьмой. Там кто к нам едет? Кто это к нам едет? Кто это к нам едет? А это трусишка. А это трусишка Т6. Это же Форд. Но он собака разгоняется быстро. Погнали. А, это Роман Бравус. Понятно. Серьезный дядя. Роман, Рома, Рома, Роман. Давай, на жука пересаживайся. На миника вернее. Так, Ларибой опять уже. Что-то он много выбивает, мне кажется. Так. Хорошо, так, блин, надо, ну, в гор заехать надо, блин. О, спасибо. Спасибо за подгон, что помог в гор заехать. Что нам? ДД. Угу. Неплохая машина. Вот на ней меня Лакбастер и выиграл. Первой гонки, которую я начинал сегодня играть. Хотя я первую нашел Шевроле Камара, который... Не который говно, а нормальный Шевроле Камара. Которая полноприводная, не кастрированная. Вот. Я слишком расслабился. Так, тут кто? Тут у нас... Какой-то... Тут у нас... А, это десятка. Это Mitsubishi десятая. Понятно. До свидания. Когда едешь, набери мне, пожалуйста. Данди... Что-то там, гольф. Дэнди гольф. ДД. На что ДД похоже? ДД у нас похоже на... На Trailcat. В лучших традициях. На запущенный Trailcat. Так, надо чуть правее взять, потому что здесь бабайка вот такая. Так, уваривался я. Ага, на драйве.
Так, девятка. Что нам девятка даст? Что нам даст девятка? Дандифилд. А, Дандифилд Гольф. Так, а, Ленча Дельта. Ленча Дельта — это лучшее исполнение МГ Метро, наверное. Какое МГ Метро должно быть, по идее. Это самая лучшая машина девятого уровня. Так. Глэри Бой. Глэри Бой. Где Глэри Бой? О, кто-то свободный есть. Это эскорт. Эскорт. До свидания, эскорт. Спасибо за десятку. Так, есть готово. Этот убран. Он сейчас подгонит. Протрак. Это очень хорошая машина. Не как кастрированная, опять же, в пятерке. А это тоже на полном приводе. И она очень-очень даже хороша. Так, кто там у нас следующий? А следующий у нас... Подожди-ка меня, дядя. Ага, понятно. Альфа Ромео. Мутантский мотылёк. Мутантский мотылёк понял, что ему... Так, что-то слева там едет еще. Слева-слева, поехали к нему сразу. Еще успеем одного убить. Еще успеем. Успеем. Так, погнали быстрее. Так, а это Галант. Это Галант. Дот туби, чё, блин? Дотби. Дотби что-то. Да. А, я сходится, но я думаю, я успею. Арена сходится, не успею. Успею. А по тормозам. Бетон. Дот бетонов. Бетонов. Так, нет. Сейчас может быть гонка туда, к этому, к пляжу, может быть. А может быть вдоль этого, по автобану. Ну тогда будет хреново, конечно, мне чуть-чуть. Телепать меня там будет. Ну посмотрим. Так, кто тут стоит? Так, а, Тирекс. 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 Не балуйся. Не надо мне подрезать. Три. Погнали. Не забор я сносить так. Чё, лево, право, прямо. Так, не... а, ну все, значит, поэтому в город, да. В город, поперли на автостраду. На автостраду быстрее. Так, ух ты. Чуть не шатался. Так, а там сзади что-то прет такое. Маленькое, но прет. Так, Тирекс, я думаю, он уже все. Блин, сносит. Ну да, похуй. Ладно, на эту сторону переедем. Так, ребятки. И все уже, наверное. Ребята меня не догонят. Остался километр. Спасибо, извините, Гравин. Так, ну сейчас выиграл, молодец, иллюминатор. Вторая победа подряд. 27 человек. Так. Сколько там выбитых? 8, отлично.